О, нет, мой цвет! Бедняжка, так тебе и надо. А? О, нет, ты что натворила? Вот ваши новые образы. Ночь я не хочу. Что? Ну уж нет. Челлендж одного цвета начинается. С чего начать? Вот отличная ткань для нового наряда. Печет. Я помогу. Это больше не твой цвет. Ночь я, а ты день. Ну и забирай. Как грубо. А из этой ткани получится отличный топ. Намечаю контур. Вырезаю. Сшиваю. Сетка мне тоже пригодится, только добавлю побольше блесток. Вау! А что задумала ночь? Я тоже могу сшить себе наряд из этой ужасной оранжевой ткани. Воспользуюсь суперсилой. И костюм готов. Я в восторге от нового образа. Упс, я успела первой. Ой, бедняжка. А я победила в первом раунде. Что? Косметика. В этом я настоящий специалист. О, нет. Нужно поторопиться. Ну почему все такое желтое? Ладно, за дело. Для начала смою весь макияж. А? Не так быстро. Вот какой макияж тебе нужен. Нет. Тебе к лицу. Всегда так ходи. Это несправедливо. И чего так рыдать? А? Что она делает? Начну с тона. Раз, два, три. Теперь брови. Она не отстает. Нужно торопиться. Ого! А я займусь макияжем глаз. Нижнее веко. Верхнее веко. И мне нужно накрасить глаза. О! Этот жуткий желтый. На лбу нарисую полумесяц. Ресницы. Чего-то не хватает. Звезд. Трафарет готов. Наношу тени. Вау! И побольше блесток. О, нет, я не успеваю. Веснушки завершат образ. О, она меня опережает. Последний штрих. Я должна блестеть. Чуть не забыла. Лунные линзы. У меня тоже есть линзы. Желтые, как солнце. А? О, нет, только не это. Рычаг не поддается. Ха, вот для чего я качаю бицепсы каждый день. Ну, конечно. И мне нужно подкачаться. Раз, два, три. Я готова. Получилось. И этот бал мой. Победила. Спокойствие. Это еще не конец. А вот и новое задание. Покраска волос. Здесь нет ничего сложного. Первая прядь готова. О нет, так слишком долго. Покрашу всего за один раз. Вот и все. Но сзади волосы еще синие. Что? О нет. И что делать мне? Нужно выбрать парик. Вот этот подойдет. Осталось только его перекрасить. Побольше синей краски. И за дело. У меня почти получилось.
О, нет, я не позволю ей победить. У-ку, кто здесь? Сюрприз! Странно, никого. Посмотрим, что получилось. О, нет, это розовый. Но почему? Мне нужны фиолетовые волосы. Сейчас! Вау! Магия сработала! Вау! Что? Я тоже использую магию. Давай же! Ауч! О, получилось! А? О, нет! Этот раунд мой! Следующий раунд! Я первая! Я сертифицированный мастер маникюра. Это все мои почетные дипломы. Тебе не выиграть в этом конкурсе. Время не ждет. За дело. Ну ладно, придется пойти на хитрость. Привет. У меня для тебя подарок. Для меня? Спасибо. Я всегда знала, что мы подружимся. О да, естественно. Удачи. Что же это? А? Здесь ничего нет. Упс, вот это неожиданно. Но я отвлеклась. За работу. Вот этот оттенок подойдет идеально. Осталась самая малость. Нанести лак. А, печет. Фух, так намного лучше. Рукава долой. Их место займут перчатки, но они слишком малы. О да, отлично. У меня будет самый лучший маникюр. Ну уж нет. Что? Блестки? Нужно и мне придумать что-нибудь особенное. Есть. Блестящие звездочки. Что может быть лучше? Вау! Первый ноготок на месте. Готово. Что за звук? Упс. Новое задание. Ну ладно. Ауч! Моя нога. О нет, только не татуировка. А здесь будет дракон. Нет. Ты чего? Такая нервная. Есть идея. Внимание, сейчас будет фокус. Абракадабра. Вау, да это же сережка для пирсинга. Фокус-фокус. И она стала золотой. Невероятно. Довольно. Пора выигрывать в конкурсе. Я не хочу делать тату. Нужно успокоиться. Ну, конечно. Мне нужны детские татуировки. Вау, получилось. Выбираю вот эту. Я прилипла. Рычаг так близко, почти достала. Вау. Наклеиваю на руку трафарет, наношу клей и засыпаю все блестками. Трафарет снимаю, и все готово. О нет, нужно спешить. А, да! Едва успела. Следующий раунд, вперед! Неужели нужно сделать себе украшение? Даже не представляю, с чего начинать. Для начала посмотрю видеоурок. Сегодня мы будем создавать украшения из подручных средств. Ага. Проволоку загибаем. Да, как скажешь. Ой, я не сплю. А? Что? Это цепочка? Какая красивая. Она будет моей. Отдай. Нет, она моя, отпусти. Мне она нужнее, отдай.
О, нет! Ребята, помогите! Поставьте лайк, чтобы мне хватило сил вернуть цепочку! Спасибо! Ну и ладно! За дело! Из проволоки делаю звезду. Из компакт-диска вырезаю полумесяц. Все это подвешиваю на цепочку. И у меня есть чудесный лунный пояс. Эй, волшебник, вернись! Чего тебе? Сделай для меня такое украшение. Это я могу. Только мне нужны материалы. Вот это. Лампу? Нет же, вон то. Эту лампу? Все, что лежит на столе. А, ясно. Держи. Отлично, за дело. Но почему так долго? Ловкость рук и немного магии, и пояс готов. О, наконец-то. А платить кто будет? Ну ладно, держи. Yes! Благодарю. Обращайся еще. Вау, этот пояс великолепен. О нет, время вышло. Я выиграла этот раунд. Рано радуешься. Из этих материалов нужно сделать сумку. С этим я справлюсь. Я не дам тебе выиграть в этом конкурсе. Обклеиваю основание тканью. Чипи-чипи, чапа-чапа. А? Ой, она поет. Ну вот, слайм уронила. А теперь пайеточная лента. Приклею по краям. Чипи-чипи, чапа-чапа. Я не сдамся. Влево, вправо. Ауч! А теперь приклею бортики. Теперь я неуязвима. И добавлю ремешок. Чипи-чипи, чапа-чапа. Нет. Вау! Что? Вау! Как раз для моего телефона. И я победила. О, нет. Сделано. Что случилось? Рычаг поломался. Не расстраивайся. Я сумею его починить. Вот и все. Видишь? И правда работает. Да, ура! О нет, я проиграла. Такая жалость. Я все равно выиграю. Размечталась. Мне нужно сделать серьги? Ну ладно. Упс, ты где? Отлично. Попрощайся со своими сережками. О, нашлась. Что? Все материалы исчезли. Исчезли навсегда. А я придумала, как сделать свое ожерелье. Подождем. Готово. Примеряю. А, горячо. О, нет. Куда же они подевались? Здесь нет. О, мои материалы. Теперь можно продолжить работу. Вырезаем две звездочки. Добавим блеска. Вау! Сделано. Какие красивые серьги. Что? У нее готовы сережки? Ну уж нет. Ой, я должна успеть первой. Почему не засчитано? Нужно надеть украшение. Я буду первой. Готово. Я тоже. Сразимся в танцевальном поединке. Давай. А? Я победила. Спасибо, спасибо. Я всегда была уверена в победе.
это несправедливо. Я тоже хочу выиграть. Упс, что происходит? Я превращаюсь в русалку. И опять день. Опять русалка. День. Русалка. А? Я русалка? На помощь! Что это за прелестный домик? Но он может быть еще лучше. Желтый – мой любимый цвет. О, да. И чем больше дом, тем лучше. Отдай. Я тоже хочу домик. Но мой будет синим. Давай же, магия, работай. Если магия не работает, использую краску. Лети! Что? Значит, мы теперь соседки? Выходит, что так. Пора заглянуть в сумочку. Желтый лак для ногтей – то, что нужно для покраски стен. Как это весело. Но немного утомительно. Фух. Да, сделано. О, нет. Этого слишком мало. Лак здесь не поможет. Эй, поаккуратнее. О, это мне пригодится. Что это? Динамит! Слишком опасно! Да, валик подойдет. Теперь я быстро справлюсь с покраской. Но как покрасить сверху? Нужно встать. О, нет, с хвостом это сделать слишком тяжело. Здесь поможет только магия. Получилось! Ноги вместо хвоста? Я тоже хочу. Магия русалок, не подведи. Ну почему у меня не выходит? Так красить намного удобнее. Краски нужно побольше. Продолжим. Хвост, превратись в ноги. Ну ладно, ты сам напросился. Включаю фен. И у меня тоже есть ноги. О, да. Сделано. Не хватает только солнышка на крыше. Вот так. Сияй. О, нет. Экспресс-покраска. Прячься. Нет. Пропустите. Мы целы? Фух. Что? Предупреждайте о ремонтных работах заранее. У меня все получилось. А месяц украсит вершину. Вот так. Это очень красиво. Что? Ужасные синие кляксы испортили мой домик. Все пропало. Я придумала. Инструменты у меня всегда с собой. Вместо клякс у меня будут красивые окна. Какая наглость! Получай! Как грубо! Сама виновата! Ну, конечно. Из этого пенопласта получатся отличные оконные рамы. А с этим что делать? Подоконник. Спасибо, соседка. Невероятно! И что делать мне? Придумала. Этот ноготь проткнет что угодно. Какой ужасный звук. Зачем она царапает пенопласт? Хватит, прекрати. Не работает? В чем дело? Я снова с хвостом. Это несправедливо. Нужно срочно высохнуть. Ноги на месте? А из этого выйдут стильные рамы. Все из-за тебя. Поймала. Спасибо за новую заколку. Есть идея. А мне морские друзья. Никак не поймать. Ну и ладно. Я сделаю рыбок из картона. Рисую. Вырезаю. И раскрашиваю. Нанесу краску, словно чешуйки. Рисую ротик и глазки. Готово.
Привет, новые друзья! А здесь будут жить морские звезды. Отлично! Я тоже могу петь. Это катастрофа. Кто посмел меня разбудить? Ой, я просто хочу допеть песню. Я не досмотрел свой сон из-за тебя. Я не боюсь тебя, черепаха. Получай. А этих малышек я заберу себе. Они идеально украсят стены. Мой домик лучше. Как ты смеешь? Я вызываю тебя на дуэль. Что? Вызов принят. За дело. Время покрасить дверь. Красить дверь? Есть занятие поважнее. Я буду красить волосы. Теперь я блондинка. Ну ладно, и моя дверь готова. И ракушка заменит дверную ручку. Что это? Надпись? Не разберу. Подпишись. В очках я слишком серьезная. А моя дверь будет со штурвалом вместо ручки. Сколько здесь мусора? И откуда он только взялся? Нужно поскорее все убрать. А мне нужен хвост. Эй, что это? Прекрати! Я просто избавляюсь от мусора. Это возмутительно. А у меня чистота и порядок. Ну ладно. Ночь, кажется, это твое. Проваливай. Окей. Я гроза морей. Это для мусора. Убирайся. Стоп. Это можно использовать в своих целях. Вырезаю коралл. Крашу. И вот у меня уже готов коралловый риф. Вау! Может, у меня в мусоре найдется что-нибудь полезное? Картонная штука и краска. Отлично. Разрезаю. Сгибаю. Покрываю краской. И у меня появилась целая клумба морских анемонов. Берегись, соседка. Привет. Хочешь пить? Да, спасибо. Прекрати. Пока. Помогите. Я застряла. Не могу выбраться. И магия не работает. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Помогите моей магии вернуться. Да, спасибо. Свобода. О, нет. Ай! А из остатков коробки я смастерю ракушки. Вырезаю. Изгибаю гармошкой. Готово. Осталось только забраться на крышу. Сделано. Вау, как красиво! Осьминог, отцепись от меня! А волны я оставлю себе. Раз, два, три. И моя крыша похожа на океан во время шторма. Что она делает? Все хорошо, дружочек. Что? Как она посмела? Здесь ты в безопасности. Больше ты не обидишь осьминожку. Теперь он мой друг. Хватит болтать, надоело. Как ты смеешь затыкать мне жабры? Получай. Что? Я дралась сама с собой, а у нее появилась садовая дорожка? Да. А моя где? Ну, конечно. У меня только обломки досок. Придется собирать дорожку самой. Закончила. Время пришло. Она просто вскапывает грядки. О, нет.
Песок летит прямо на меня. Хватит, песка слишком много. Набралось на целый замок. И такой красивый. Но что задумала ночь? Кажется, я что-то нашла. Сундук с кладом. Ну разве это клад? Меня не нужно спасать. Но эти круги отлично будут смотреться на стенках домика. Бассейн в глупости. Ауч! Когда она прекратит рыться в сундуке? Факелы? Наконец-то что-то полезное. Закреплю их вот здесь. Бассейн готов. Мои любимые рыбки, вы переселяетесь в новый просторный домик. На дне что-то осталось. Посмотрим. Ой! Что? Это ты насмехалась надо мной? Испугалась? Это просто для красоты. Ахой, друзья-пираты, право руля! Пока, я иду в домик. И мне пора. С чего начать? Закину сети. И в них попались морские звезды. Они украсят потолок. А светильники с ракушками повешу на стену. Пол слишком жесткий. Нужно что-то помягче. Вот так намного лучше. И пару подушечек вот сюда. И самое главное, зеркало с удобной полочкой для моего любимого блеска для губ. А на противоположной стене развешу сеть. На ней отлично будут смотреться фото с моей подружкой ночью. Какие счастливые воспоминания. Одно лучше другого. Здесь стало так уютно. Но я устала. Пора отдохнуть. Я тоже украшу домик. Фатин закреплю на потолке. Отлично. О, нет, я забыла про гирлянду. Пусть будет здесь. Прекрасно. А эту стену украсит мой будущий друг. Из бумажных колечек сделаю щупальца. Приклею глазки и ротик. Привет, дружище. Вот тебе светильники медузы, чтобы было веселее. А на столике в углу будут жить мягкие подушечки. Великолепно. Но что это за стук? В чем дело? Что происходит? Здесь стройка запрещена. Мы не знали. Простите. Ночь, помоги. Мы никуда не уйдем. Это бита? Ладно, уходим. Магия ночи, помоги. Сейчас же. Сработало. Вверх. А как же я? Возьми меня с собой. Ладно, я уже ухожу. Пока. Мой новый домик просто замечательный. Я знаю толк в эффектном появлении. Вау, впечатляет. Выкрашу домик в цвет солнца. Красота. Ах, вот ты как. Посмотрим, что ты будешь делать без желтой краски. О, нет, краска. Она исчезла. Что же делать? Знаю. Использую оранжевый. Словно солнце на рассвете. Что? Фух, нравится? Нет, мой домик будет лучше. Самого красивого цвета. Ночного неба. Получше твоего. Вау, красота! Но чем украсить мой домик? Облачко!
Отличная идея. Стаканчик окунаю в краску и отпечатываю контур облака. Осталось только закрасить белым, и облачко готово. Ничего особенного. Я придумала кое-что поинтереснее. С помощью зубной щетки и краски покрою небо звездным узором. И ты получай. Ай! Упс! Ты это нарочно! Вот тебе! Ха! Вот спасибо, удружила. Теперь я смогу нарисовать яркие сияющие звезды. В сторону! Что она задумала? Что? Ну, конечно. Украшу крышу облаками. На двусторонний скотч клею синтепух. Отличный результат. Закреплю понадежнее. Вот так. Из картона вырезаю звезды. Покрываю серебряной краской. И клею на фатин. Готово. Сделано. Что? Эта ткань очень похожа на фатин из моего чемодана. А что еще там осталось? Посмотрим. Стол мне пригодится. И краски. Кисточка? Нужна в два раза больше. Нанесу краску всех цветов радуги. И можно рисовать. Кристаллы собираю на нитку. И прозрачные дождевые капли украсят радугу. Чудесно! Это ужасно! Что это? Радуга? И чего она так радуется? Как же это бесит! Получай! Я готова! Удар, удар, удар! Идеально! Что? Это не все! Раз, два, три! Здесь будут окна. Одно. И второе. Камень. Вау, я его поймала. Может, я супергерой? Нет, не смей кидать камни в мой домик, пожалеешь. Да я здесь работаю вообще-то. И мне нужны оконные рамы, но только круглые. Циркуль мне поможет. И у меня есть два окна иллюминатора. Но если день захочет отомстить? Мне нужно защитить стекла. Термоклеем нанесу узор в форме лунных кратеров. Осталось покрасить. И закрепить на окне. И стеклам ничего не страшно. Что это с ней? Но мне пора продолжить работу. Рисую сердечко. Вырезаю. Красота. Добавлю деталей на дверь. Готово. Отлично. Солнышко украсит дверную ручку. И моя дверь готова. Вау! Летучая мышь! Не приближайся! Ребята, поставьте лайк! Спасите меня от летучей мыши, пожалуйста! Спасибо! Вы лучшие! Поймала! О! Ты слишком нервная! А мышку я украшу блестками! И она будет идеально смотреться на моей двери.
Пора преобразить лужайку у дома. Под окнами я посажу цветы. И обязательно полью. Лика, она мне нужна. А перед домом разобью клумбу. Побольше земли, и можно сажать семена будущих цветочков. Вода? Куда подевалась Лика? Без воды цветы не вырастут. Придется самой их сделать. Отрезаю полоску гофрированной бумаги и оборачиваю проволоку. На черной полоске нарезаю бахрому и собираю сердцевину цветка. Приклеиваю лепестки. И яркий подсолнух готов. Эта клумба никогда не завянет. И зачем мне столько камней? Соберу из них садовую дорожку. Что? Привет! Я тоже выложила дорожку к дому. Она снова меня опередила. Я в ярости. Грозовая тучка, ты поможешь сделать мой домик еще лучше. Добавлю парочку миниатюрных небоскребов, и мой домик словно парит в воздухе. И теперь он точно лучший. Мила! О, бабочка! Какая красавица! Вот кто украсит мой чердак. Бабочек много не бывает. Чего-то не хватает. Ну, конечно, фонари. Включайся. Свети! Почему они не работают? Та-дам! Вау, получилось! А теперь выключайтесь. Сейчас. В чем дело? Привет. Я немного помогла. Я бы и сама справилась. Время для пикника. И хорошей музыки. Объеденьки. Я тоже проголодалась. О, да. День, можно и мне угоститься? Пожалуйста. День. Ау, ты меня слышишь? День. Ты что-то сказала? Поделишься со мной? Опс. Больше ничего не осталось. Хочешь жвачку? Нет. Как хочешь. Я перехотела есть. Есть дела поинтереснее. Вау! Подпишись. А это что? Привет. Качели. Подумаешь, у меня не хуже. Упс. Ничего смешного, вредина. Она обиделась. Я ухожу в дом. Это было слишком. Мне тоже пора в домик. Я с тобой не разговариваю. Ну и ладно. С чего начать обустройство интерьера? Знаю. Из пуха и сетки сделаю мягкий облачный потолок. Полочки закреплю на стене. И поставлю милое сердце вещицы. Что дальше? Шторки для двери. Они будут всех цветов радуги. Как здесь уютно. И финальный штрих – подушечка солнца. Вау, я отлично потрудилась. Пора отдохнуть.
постели с лунной подушкой готова. А полка будет здесь. Чего-то не хватает. Вот так получше. Упс, волосы застряли. Придется резать. Я все равно хотела сменить прическу. На полочку отправлю любимые блестки, а стену украсит звезда. И шторка над входом. Что бы еще добавить? Украшение луну. Великолепно!